Здравствуйте, мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я потушу свинину в апельсинах с луком и свином. Со специями. Здесь у меня свинина, окорок. Здесь два апельсина нарезанных, очищенных. Лук. Дальше идет вот корица. Две гвоздички. Соль и черный перец. И вино еще. Так, у меня там сковорода греется. Уже с маслом растительным. Так, вот мы сейчас его обжаривать будем. Так, я еще туда принесу. Вот это вот. Ну, это потом принесем. Ладно. Сковорода уже над маслом нагрелась. Беру я мясо. И будем его обжаривать. Пока я не буду солить. Вот такими кусочками я его порезала. Если у меня свинина окорок кусочек был, можно вместо свинины взять баранину. Ну, пусть жарится. Так, маленько я присолю солью. Много я не буду, прям маленечко. Все, хватит. Хорош этим делом заниматься. Так, ручку вытрем. Еще мы перемешаем это все. О, зажаривается. Масла я растительного немного добавила. Кусочки наши обжариваются. Вот. Перемешали, пусть еще хорошо обжаривается. Я на сильный огонь поставила. Жидкость выпаривается у нас. Выпаривается, начинает поджариваться. Нам сильно не надо ее зажаривать. Ну, кто как любит. О. Я ее перевернула маленько. Сковородочку. Пусть еще пожарится наше мяско. Так, хватит обжаривать. Я ее пока выключу. О, а то нужно начинает брызгаться нам. До такого состояния до корочки не надо. Значит, что мы берем? Отодвигаем в сторону. Берем нашу кастрюльку. Здесь у меня нарезанный лучок, две небольшие головочки. Я прямо сюда, так вот, лучку-то я не пожалела. Дальше я беру, у меня два апельсинка. Апельсинчика я их почистила, порезала. И сюда же. Так, дайте-ка я. И будем накладывать мяско. Мяско. О, видите? Прямо сюда. Миско. Так, первая партия пошла. Дальше я беру, высыпаю оставшийся наш лучок. Сюда. Уже беру апельсинки наши, туда же выливаю и сок, и апельсинки, и я сюда же выкладываю оставшееся наше мяско. Так вот, красотень будет. Хватит нам покушать на раз. Хватит. Здесь я... В общем, здесь у меня мяско где-то кусочек 800 грамм был. Две апельсинки таких. Средненьких. Две луковицы небольших. Дальше я беру вот две гвоздички сюда же. Корицы. А корицы мы на кончике ножа.
Смотря какой нож. Опа. Так. Дальше сюда. Я добавлю черный перец. Поперчили. Солить я пока не буду. Я мясо присаливала. Если что, я потом попробую. Так, значит, мы берем нашу кружечку, бутылочку винца. Открыла я вино белое, сухое. Сюда же я наливаю. 200 грамм. Ну, тут стакан будет. О. Закрываем. Дальше. И сюда же мы выливаем наше вино. И ставим на огонь. Значит, я ставлю на двоечку, на средний огонь. Так вот, маленькая. Просто я не буду перемешивать, пусть это все будет тушиться. В общем, накрываю крышкой, пусть это все тушится у нас минут 40. Все, мясо наше готово. Это оно какое у нас. Где-то минут 30 у меня потушилось закрытым. Потом я, если сильно кисловато, пожалуйста, добавьте сюда сахару. Я маленько сахару добавила, соли. И еще без крышки на минут 20 у меня потушилось. Но свинина же долго не это. Там она готова уже. Вот я выложила. Выставила. Здесь вот каша у меня. Пшеничная кашка. Вот такая у меня вкусняшка на гарнирчик. И будем выкладывать наше мяско. Вот. Можно было еще подержать, ну, чтобы побольше. Вот эта вот жидкость, она ушла вся. Ну, так уже, видите, вся апельсинка у нас вон какая. Лохматушки одни. Мяско. Ой, мяско. Оба. Все, дорогие мои, кушать подано. Всем приятного аппетита. Пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал «Рецепты мудрой мамы». До новых встреч. Пока-пока.